Я уверен, что даже непростой складывающейся сейчас ситуации никаких перебоев в обеспечении продовольствием ни в Республике Беларусь, ни в Российской Федерации не предвидится. Мы самодостаточны в этом плане государства. Мы знаем и умеем, как трудиться. Мы умеем и знаем, как трудиться на земле. Мы знаем, как сделать для наших людей качественную, хорошую еду. И в этом плане мы, конечно же, взаимодополняем друг друга. Поэтому, тем не менее, есть новая тенденция, есть новые вызовы, поэтому нам надо становиться мобильнее, понятнее, гибче друг другу, искать новые формы реагирования на изменения тех факторов, которые происходят на рынке продовольствия, и, соответственно, парировать эти вызовы, с которыми столкнулась сегодня как Беларусь, так и Россия. Потому что продовольственная безопасность – это основа безопасности страны, основа ее суверенитета. В этой связи я считаю, уважаемые коллеги, что сегодняшнее мероприятие носит не просто какой-то маркетинговый характер, да, и не просто бизнес-характер. Это вопрос в том числе и нашей безопасности.